Давайте начинаем. Значит, сегодня у нас, всем привет еще раз, седьмая лекция, точнее, занятие будет состоять из лекции и там поговорим про практические занятия, про домашки. Поэтому, значит, сегодня поговорим про то, что про такие два продукта, как Peak и Hive. Собственно, они логически, в общем-то, вытекают из той, из тех лекций, о которых мы говорили про MapReduce. И, в общем-то, писать задачи свои на MapReduce не всегда удобно, не все это умеют, не всегда это может быть даже интересно. Вот. И, в общем-то, не только как бы мы, ну, те, кто сталкивается с этим, это ощущают. И, в общем-то, придумали такие вещи, которые позволяют это дело упростить, но при этом получить, соответственно, доступ к данным и к его анализу. Поэтому вот два таких похожих, с одной стороны, с другой стороны, немножко разных продуктов мы сегодня рассмотрим. Ну, то есть они также входят, в общем-то, в так называемую экосистему Hadoop, Peak и Hive. Ну, сначала, собственно, Peak. Такой вот логотипчик, в общем-то, описывающий, что это есть. Веселый поросенок. В общем-то, в целом, это можно охарактеризовать как некая платформа, в общем-то, для анализа больших наборов данных, но при этом она состоит из двух основных частей. Кстати, кто-нибудь вообще знает, что такое Peak Hive? Как-нибудь работали с этим, нет? Чуть-чуть. Слышали? Вроде как Hive — это что-то типа SQL? Да, это типа SQL. Ну, то есть, опять же, декларативный такой язык, но это даже тоже не язык, опять же, способ с помощью SQL-подобного языка иметь доступ к данным. О нем во второй половине, в первой половине поговорим про Peak. Собственно, состоит он из двух частей. Это первое — язык высокого уровня для написания, в общем-то, скриптов, там, каких-то программ для там, доступа и анализа данных. Ну и, собственно, сам язык — это, конечно, хорошо, но поверх него, в общем-то, он должен где-то работать. Поэтому есть инфраструктура, которая позволяет эти программы запускать и выполнять. Продукты, ну, в частности, Peak, в общем-то, уже довольно относительно старый. Ну и, опять же, если говорить про сферу работы с большими данными, то появился он довольно-таки давно уже, в общем-то. Соответственно, сейчас входит в топ-левел Apache проекты. Отдельный проект отдельно поддерживается. Но, в частности, он также обычно входит во все дистрибутивы, которые позволяют, ну, которые поставляются, вернее, которые предоставляют сам Hadoop и поверх него различные программы. То есть, в общем-то, ну, также можно скачать, самому поставить там без проблем. По сути, значит, состоит, как я уже говорил, из языка программирования высокого уровня Pig Latin, такой называется, о нем, значит, мы будем говорить отдельно. И, в общем-то, вся инфраструктура в первую очередь заключается в том, что она позволяет преобразовать код, написанный на этом языке Pig Latin, в задачу MapReduce или в несколько задач, которые будут последовательно выполняться. И также запускает, то есть эта платформа запускает, выполняет, отслеживает, в общем-то, рантайм всех этих задач, ну и, соответственно, возвращает обратно какой-то результат, сохраняет данные, как в HDFS, так и в других местах. И в связи, опять же, с тем, что довольно-таки удобная штука используется, думаю, во всех компаниях, которые в том или ином, в той или иной степени работают с Hadoop. Собственно, почему он появился? Вот, ну, в первую очередь, чтобы писать MapReduce задачи, нужны программисты, потому что, ну, в частности, или Java-программисты, или даже просто программисты, которые знают какой-то язык, используя стриминг.
Плюс, опять же, нужен какой-то опыт, некая такая перестановка мозгов, то, чтобы начинать думать именно в стиле MapReduce, потому что, как, может быть, уже заметили, там, разработка каких-то вещей на MapReduce отличается от тех, как мы привыкли это делать в обычной жизни. Ну, то есть это все, в принципе, усложняет. А, в общем-то, анализировать данные, работать с ними хотят многие. Не всегда, опять же, это люди, которых можно назвать программистами. Но при этом какие-то анализы делают, то есть у них как бы есть какие-то знания, они хотят каким-то образом анализировать эти данные. Поэтому в основном это средство, вот, в частности, PIG, было придумано для того, чтобы пользовались ими аналитики, data scientist, не знаю, как это перевести по-русски. Ну, то есть такой более широкий, наверное, спектр. Хотя обычно у них как бы есть какой-то опыт программирования, да, на чем-то, но не всегда даже хочется писать программу, хочется написать быстро какой-то прототип, его запустить, и, в общем-то, PIG позволяет это сделать. Соответственно, люди, которые занимаются статистикой, тоже вместо того, чтобы, например, писать там SQL-запрос или составлять табличку в Excel, они могут, в общем-то, использовать PIG. Опять же, если мы говорим о работе с каким-то большим объемом данных, где нужно какой-то запрос именно распараллелить. Соответственно, изначально, в общем-то, придуман был там же, где и откуда пошел Hadoop, в компании Yahoo. Вот, как я уже говорил, довольно-таки давно, то есть в 2006 году, то есть сейчас это, в общем-то, можно сказать, уже довольно-таки матерый такой проект. Он немножко развивается, но в силу того, что сейчас как бы фокус вообще работы с данными постепенно смещается, ну, не полностью, конечно, а его часть, точнее, смещается на какой-то поток обработки данных или даже реал-тайм обработки данных. Вот. PIG, он именно относится к батчинг-процессингу, то есть работая с... То есть когда не требуется какое-то время ответа, данные можно, там, могут обрабатываться довольно длительное время. Вот. Соответственно, быстренько, какие возможности у PIG? Ну, в первую очередь, это, естественно, так называемый join datasets, то есть какие-то наборы данных, мы их хотим каким-то образом объединить по ключу или еще как. Вот, то есть PIG позволяет это, в общем-то, сделать, ну, в частности, писать такие задачи на MapReduce, это не так просто, то есть нужно там составлять какие-то либо композитные ключи, либо джойнить их в памяти, либо еще что-то, в общем-то, об этом мы говорили. То есть PIG позволяет это, то есть абстрагировать эту задачу и работать в более привычном ключе для, в общем-то, людей, может быть, не настолько хорошо знакомых с MapReduce. А сортировка, ну, понятно, что часто нужно как-то отсортировать данные, там, тексты, слова по каким-то параметрам. Естественно, фильтрация, то есть выбрать из большого набора данных какие-то строки, отвечающие определенным параметрам, там, пользователей, например, из логов, отобрать одного там, или нескольких, или еще какие-то события. Предоставляет возможность, опять же, работать с различными, точнее, определять и работать с различными типами данных. То есть отдельно поговорим, что это удобно, например. То есть можно из какого-то сырого набора данных, которых у вас есть, его, соответственно, преобразовать и уже работать с некой структурой. Соответственно, операции группировки по какому-то ключу, что также довольно часто и полезно, опять же, в задачах там, аналитики, статистики и так далее. Вот. И кроме всего этого, у него есть возможность определять так называемые user-defined functions, UDF, то есть пользовательские функции, которые мы можем писать на различных языках. Опять же, если есть такая потребность, то можно просто какую-то функцию определить, в общем, подключить ее в PIG и там указать, что нужно ее использовать. То есть тоже довольно-таки удобно. То есть не нужно писать, например, будет всю задачу, а написать только какой-то функционал, который будет именно
инкапсулирован как будто в этих функциях. Так, ну и, значит, два основных компонента. Язык PigLatin, то есть он такой так называемый data flow, то есть он обрабатывает потоком данные. У него есть различные команды, которые позволяют, опять же, что-то с этими данными делать. Вот. И, в общем-то, изначально был как бы он в таком ключе сделан, что данные поступают, мы их берем, что-то с ними делаем, трансформируем, фильтруем, куда-то складываем. И, в общем-то, можно выстраивать такие цепочки этих команд, в общем-то, которые там будут, соответственно, потом, скорее всего, преобразованы в несколько MapReduce задач. Но как бы, когда мы пишем какой-то скрипт на Pig, в общем-то, мы об этом не задумываемся. Ну и, собственно, сама среда выполнения. Это, скажем так, то окружение, в которое выполняются наши команды. Скрипты, написанные на PigLatin. И основные два режима, которые у нее есть у этой среды, это, в общем-то, local и Hadoop. Ну, как бы из названия понятно, что локально это мы работаем с каким-то небольшим набором данных на локальной машине, вот, что удобно, опять же, для тестирования отладки. Да, и Hadoop — это когда уже запускаем нашу задачу на кластере. Ну и, собственно, основная задача вот этой компилятора Pig, то есть он берет наш скрипт, естественно, его парсит и там проверяет, что все хорошо, и после этого, так называемый, преобразует, то есть транслирует в код MapReduce задач, которые, по сути, потом уже выполняются. То есть как бы это нужно учитывать, что это мы не пишем какие-то запросы к какой-то базе данных, например, да, то есть это не быстрая обработка данных, это именно вот некая такая высокоуровневая абстракция, которая позволяет нам писать MapReduce задачи, не зная, как их писать. Вот. Что произойдет, если задача, грубо говоря, не реализуема в парадигме MapReduce, то есть плохо параллелится? Ну, это либо будет долго работать, то есть, вот, либо, ну, просто мы, как бы сам PigLatin нам не позволит составить такую конструкцию, чтобы она не работала в MapReduce. То есть он по-любому попытается ее преобразовать в MapReduce. Как бы. В худшем случае это просто будет работать долго, например, как-то-нибудь мы будем плохо параллелить данные там или еще что-то. Вот. Но, соответственно, опять же, этот компилятор, он там не дурак, он пытается каким-то образом оптимизировать процесс выполнения, поэтому у него уже как бы есть ряд оптимизаций, что, опять же, полезно с точки зрения времени работы. Так, ну, первое, понятно, что, вернее, вот два основных режима выполнения, чуть поподробнее про них. Локальный запускается, да, на нашей локальной машине, ну, обычно. Можно, например, пускать, опять же, в локальном режиме не обязательно на своем компьютере, просто на какой-то клиентской машине. Вот. Смысл просто в том, что запускается это в рамках одного процесса, в рамках одной Java Virtual Machine. И, в общем-то, работает исключительно с локальной файловой системой. То есть, что, опять же, сделано для того, чтобы проще было с этим работать. Ну и, как я говорил, как бы на нем, используя этот режим, довольно просто, опять же, тестировать и писать какие-то прототипы на небольшом там сэмпле данных, чтобы не каждый раз там пускать эти кучу задач, которые долго там будут что-то колбасить. Вот. Ну и, в общем-то, режим Hadoop MapReduce — это уже боевые задачи, которые работают на кластере. То есть после того, как мы все проверили, все работает, считаем, что все окей, спускаем в MapReduce. То есть как бы тут стоит отметить, что в локальном режиме у нас не генерится код для MapReduce задач. То есть он как бы пытается это эмулировать. Вот. А в режиме Hadoop уже генерится код и запускается на кластере. Может ли так быть, что, допустим, мы запустили в локальном режиме, у нас все хорошо, запускаем на Hadoop?
Значит, это баг в пиге. То есть, ну, как бы, подразумевается... В целом, если мы локально протестировали, и все хорошо, то можем укатывать. Да, то есть, подразумевается, что, в общем-то, это как раз, этот режим и сделан для того, чтобы проверять. Если проверка не совпадает, значит, что-то тут не то. Так, а, значит, как можно запускать еще, в общем, ну, собственно, сам наш какой-то код на пиге, то есть, ну, самое простое, мы пишем скрипт, сохраняем его файлик, вот, и запускаем, просто указывая путь к этому файлу. Соответственно, пиг берет команды там, опять же, в зависимости от режима, их выполняет. А второе, ну, это когда мы уже знаем, как бы, что мы там хотим сделать, или когда у нас уже, как бы, уже есть готовый код. Вот, когда мы пишем, делаем какие-то эксперименты, то наиболее удобно работать через так называемую интерактивную оболочку Grunt, которая позволяет, опять же, как любая оболочка, что-то делать сразу в консоли и смотреть результат. Соответственно, из нее, кстати, также можно запускать скрипты, используя команды. Вот. Ну и, опять же, для какой-то для тестирования наиболее такое удобное решение. Вот. И есть еще третий вариант запуска, так называемый embedded, то есть какой-то встроенный, который позволяет нам использовать пик в своем коде, в коде, как бы, например, нашего какого-то приложения, ну, например, из Java, доступ к пигу через классный пик-сервер. Вот, что тоже, в общем-то, может быть удобно, когда у нас какое-то комплексное приложение, и там пик — это только, например, часть какой-то его компоненты. Соответственно, вот, используя этот режим, также можно задействовать пик, ну, то есть там по типу, как мы используем, например, не знаю, кто знаком с Java, есть такой там стандартный способ через JDBC, для доступа к SQL, к SQL базам данных. И вот да, кстати, еще можно, опять же, иметь доступ к самой оболочке через pgrunner, к самой оболочке Grunt. То есть, ну, это такие уже как бы вещи, которые могут потребоваться, но там, если просто пишем какую-то аналитику, скорее всего, вот первых двух вполне хватит. Так, ну и теперь, естественно, поговорим более подробно о языке pgladion. Из чего он состоит, в общем-то, ну, то есть он довольно простой. Опять же, он был сделан изначально, чтобы быть простым, для того, чтобы им пользоваться могла каждая домохозяйка, которая работает там с бигдатой. Ну, в общем-то, все к этому идет. Поэтому, ну, в любом случае, как бы, мы как там продвинутые программисты, сейчас быстренько все поймем. И основные, значит, вещи, которые как бы строительные блоки, из чего они состоят, естественно, это как бы некое поле, это какая-то, ну, то есть как поле в таблице, да, то есть какая-то часть данных. У него, естественно, может быть тип у этого поля. А второе — это, в общем-то, tuple, то есть некий кортеж, то есть упорядоченный набор полей. Обычно, опять же, он заключается в скобке, когда мы его описываем, то есть... Ну, то есть это может быть некая, можно сказать, с точки зрения в концепции баз данных, там какая-то строка, да, то есть она будет состоять из различных полей. Вот. И третье — это так называемый bag, то есть мешок, мне нравится bag, не знаю, может быть, как бы есть какой-то нормальный перевод. Собственно, это можно, опять же, рассматривать как бы несколько, как некую таблицу, то есть он, по сути, собой представляет коллекцию кортежей, то есть, и которые заключены в такие, как они, фигурные скобки называются. Вот, соответственно, например, вот у нас может быть таблица состоять из нескольких кортежей. Ну, я буду называть его бэгом просто. Значит, ну, вот, собственно, да, схожесть с базами данных. Понятно, что, ну, да, то есть бэг — это как бы что-то типа таблицы, то есть единственное, не нужно думать, это, что это прям вот как таблица там, в памяти или что-то такое, просто как аналогию. Да, и, кстати, вот еще стоит отметить важную вещь, что бэк не требует, что вот все вот эти кортежи, которые в него входят,
содержали одно и то же число полей. То есть, да, в отличие от схемы реляционной базы данных, где мы ее определяем заранее, и схема, ну, и, соответственно, таблица должна ей соответствовать. А насколько это именно таблица в смысле базы данных, то есть там ключ, что является ключом? Ну, то есть, да, и на вопрос. Ключом там... Повторяющиеся строки. Да, могут быть. Вот, это на самом деле, ну, это как вот мы файл считываем, то есть, по сути, мы берем, например, текстовый файл, есть какие-то строчки, да, ну, сейчас понятно будет. Просто каждая строка, это будет, соответственно, строка как бы в этой таблице. Вот, просто мы пытаемся рассматривать это, ну, точнее, пик пытается рассматривать это не как некий текст, да, а пытается его, соответственно, сразу уже разбить на поля и определенных типов данных, и с ними работать, опять же, чтобы иметь какую-то структуру данных, а не просто какие-то сырые данные. Соответственно, значит, пример того, в общем-то, как самый простой, как можно загрузить данные и как их можно прочитать. Запускаем, собственно, пик. А, вот, по умолчанию режима MapReduce, точно. Ну, не суть на самом деле. Значит, по умолчанию у нас запускается оболочка Grant. В ней, значит, что мы можем делать? Мы можем выполнять некоторые системные команды, ну, то есть, которые запускаются как из консоли, что удобно, чтобы не выходить из консоли, да, мы можем, например, прочитать файлик, который мы хотим там каким-то образом работать. Ну, естественно, если файл большой, то не нужно все это вводить в консоль. Значит, прочитали файлик, он у нас состоит, в общем-то, там, из четырех строчек, где там через табуляцию, то есть текстовый файлик, где через табуляцию у нас там есть какой-то символ и там сколько раз он встречается, например. Значит, следующее, что мы делаем, мы с помощью команды load, уже команды piglatina, загружаем, собственно, данные из нашего текстового файла. Точнее, мы даже как бы их на самом деле пока что не загружаем, а по сути присваиваем некую, вот, в общем-то, структуру данных, которую мы считаем, что соответствует наш файл. То есть... Собственно, мы говорим, что вот этот тюпл состоит из двух полей, то есть этот кортеж, да, у него есть там два поля letter и count, и у одного поля, соответственно, тип chararray, у count тип int. И все это на самом деле мы как бы присваиваем некой переменной records. Вот. И вот до того, как мы запускаем, например, команду dump records, то есть когда мы просто делаем dump, ну, по сути, хотим по умолчанию это вывести в output, можно сдампить, например, файл, эти данные. Вот. А до этого момента как бы с этими данными, ну, по сути, как бы ничего не происходит. То есть они не копируются, там, не загружаются в память. Вот. После того, как мы запускаем dump, команду dump, у нас запускается MapReduce задача, которая, собственно, ну, вернее, компилируется вот это выражение в MapReduce задачу, где и она запускается, после этого в output нам пишется, соответственно, результат. Да? То есть тут стоит обратить внимание, что он уже записан в виде, как мы определили. То есть, ну, по сути, как бы просто вывод. Так, значит, собственно, две основные операции для вывода — это dump и store. Вот. Ну, как я уже говорил, что до как бы того, как эти команды не встретятся пигу, когда мы как либо в скрипте, там, либо в оболочке, он, в общем-то, ничего не будет делать. Ну, то есть он их, по сути, только парсит, там, анализирует, пытается понять, что как бы все окей именно с точки зрения языка. Вот, но не выполняет их. Ну и, в общем-то, dump, значит, мы просто выводим на экран, а команда store, она позволяет сохранить результат уже в файл.
Вот. Так, соответственно, когда у нас, ну, хорошо, когда у нас файлик там 4 строчек состоит, но если мы, опять же, как настоящие дата-сайентеры работаем с большим объемом данных, значит, у нас, как бы обычно, файлы большие, выводить все это на экран очень нежелательно. Вот, и для этих, то есть для этих целей, в общем-то, можно использовать, опять же, указать, что... Точнее, использовать оператор limit, который, указав в качестве аргумента, опять же, переменную где, которая определяет структуру наших данных и откуда их брать. И мы можем указать, собственно, то количество записей, там, первое, которое мы хотим вывести. То есть потом уже дампить не, собственно, вот, переменную, которая указывает как бы на большой файл, а дампим только вот, там, первые 5 строчек. Она, да, не в ней как бы хранится. То есть она как бы определяет, что если мы хотим вот вывести данные из рекордс, которые определены вот так, мы берем только первые 5. Вот. То есть тут как бы, да, стоит учитывать, что никакие данные вот никуда не присваиваются, потому что это же большие объемы. То есть, ну, это некое просто описание. Так, собственно, ну, да, данные можно брать как из HDFS, вот, либо из HBase, о котором поговорим, по-моему, на следующем занятии, то есть, который позволяет хранить, опять же, структурированные данные, и также PIC может с ним работать. Так, следующая команда, значит, которая у нас вот была, это, в общем-то, команда load. Собственно, синтаксис ее следующий, то есть мы говорим, значит, откуда брать данные. Соответственно, возможно, опционально мы, значит, используем какую-то функцию. И также, опять же, опционально мы можем определить схему, какой эти данные будут соответствовать. То есть дата, это может быть либо имя директории или файла. В общем-то, некая, вот я как говорил, функция, которая может использоваться для загрузки данных по умолчанию, так называемая, используется уже стандартная функция peak storage, то есть, ну, которая там парсит строку и использует, то есть она считает, что это текстовые данные, соответственно, берет каждую строку, ее парсит, разбивает по полям, используя некий разделитель. Опять же, по умолчанию это знак табуляции, можно его задать, либо использовать какие-то стандартные разделители, либо регулярные выражения. Вот. Ну и, собственно, после оператора S мы назначаем схему, которые будут соответствовать, где мы определяем имена полей и тип полей, которые им соответствуют. Так. Ну, собственно, еще раз, значит, как бы, да, в качестве примера, опять же, понятно. То есть это такая основная команда, которая там часто используется поначалу. Грузим откуда-то, например, файл из лога, используем стандартную функцию peak storage, вот, и определяем схему. Так, значит, теперь типы данных, которые можно использовать для схемы. То есть, ну, понятно, что стандартные, самые основные — это числа, различные, то есть int, long, ну, тут, по сути, как бы Java, такая Java типы, то есть это int — это у нас знаковое 32-битное число, long — это знаковое 64-битное число, float, double — то же самое, только число с плавающей запятой. Кроме этого, можно использовать массивы, в частности, два основных массива — это массив символа. Причем, опять же, ну, то есть массив символов, да, будет, будем считать, что это строка. Вот, опять же, он представляется сразу в UTF-8, все символы идут, что удобно. И байт-аррей, опять же, это некий уже байтовый массив, то есть туда можно слить какие-то вообще там бинарные данные там, или еще что у нас есть.
и потом к ним обращаться. Но там, скорее всего, придется писать уже какой-то кастомную функцию их обработки, потому что, естественно, скорее всего, ее в стандарте нету. И можно, ну, опять же, используются комплексные типы данных. Это те же сами кортежи, либо таблицы, то есть можно делать вложенные таблицы. Ну, точнее, не таблицы, а вложенные бэги, так называемые. То есть, значит, кортеж, понятно, это у нас некий набор различных элементов. Значит, бэк у нас набор, собственно, самих кортежей. Вот. Еще вот есть такой тип данных, как map, собственно, который позволяет... Упс, здесь я, по-моему, неправильно перевел. По сути, позволяет как бы замапить по ключу какое-то поле. Ну, то есть, в принципе, стандартно, типов не так много, по-моему, там как бы есть еще. Вот это основные. Так, в общем-то, работать можно. Значит, что еще можно полезного сделать? В первую очередь, очень полезная команда называется describe, которая позволяет отобразить структуру, собственно, самого этого бэга. То есть мы задаем, пример покажу чуть позже, опять же, понять, как бы, какая у нас там схема, какая там вложенность данных, наглядно посмотреть. Вот. Еще полезная команда, собственно, explain, похоже, опять же, как в различных SUBD, для того, чтобы понять некий план выполнения, ну, если в SUBD план выполнения запроса, вот, то тут план выполнения, собственно, обработки от нашего какого-то выражения, то есть какая задача будет или несколько задач, что они там будут делать. То есть это тоже довольно-таки полезно. Возможно, что-то нам надо переделать, чтобы, например, уменьшить количество задач. Так, и еще одна, может быть, менее полезная команда Illustrate, показать, как, в общем-то, пик преобразовывает данные. То есть, по сути, если у нас как бы есть... Сейчас... Так. Ну, то есть можно сравнить как бы с тем, какие данные у нас есть, например, в файле, и с тем, как они будут преобразовываться. Дальше. Значит, полезная штука — это, собственно, группировка. Обычно часто нам нужно данные как-то сгруппировать. Опять же, по аналогии с SQL есть оператор groupby. Да, здесь, в общем-то, что-то похожее тоже есть. Значит, как это работает? Берем файлик, грузим его в некий chars. Ну, по сути, как бы здесь он состоит только, например, из символов. Вот, кстати, команда describe, значит, что она показывает? Она просто показывает, что вот у нас есть backchars, который состоит из, ну, по сути, из кортежа, где находится только один элемент. Вот. Соответственно, запускаем dump chars, выводит нам, собственно, то, что взял из файлика. Вот. И создаем, опять же, новый бэк на основе того, который у нас уже есть, где будет два поля. Собственно, поле будет group и поле будет chars. Для этого используем оператор group by. Вот, кстати, тут... еще, кстати, хотел заметить то, что имена различных элементов, которые задают пользователь, они case sensitive, да, то есть должны быть соблюдаться регистр. Вот. А операторы, которые используются для пига, они case insensitive, то есть можно писать маленькими буквами. Вот здесь, например, я забыл написать большой буквой, но это будет работать. То есть можно by писать как маленькой, так и большой буквой.
большими буквами. И имена функций, которые используются, они тоже требовательны к регистру, то есть их нужно писать так, как они есть. Вот, значит, запускаем, собственно, операцию groupby, и после этого создается новый бэк. И, значит, что нам, из чего он состоит? Значит, стоит отметить, что состоит он уже, по сути, то есть это... Так, тоже, по-моему, ошибка у меня. В общем, это бэк, который состоит из поля групп, который является char-array, и другого бэга, chars, собственно, где у нас находятся, опять же, все... находится кортеж с полями char-array, которые мы загрузили изначально. Вот. Для того, чтобы понять вообще, как бы, что это такое, мы дампим, смотрим. Тут много скобочек, но, в общем-то, можно понять, что вот, собственно, первая колонка — это поле групп, то есть то поле, по которому мы сгруппировали, да? А, собственно, второе поле — это другой бэк, который состоит уже из элемент из кортежей того же того символа, в общем-то, пока. Ну, то есть тут получается как бы несколько странно, да, то, что вроде как идут и символы, и тут одни и те же символы. То есть, естественно, в реальной жизни, скорее всего, мы захотим там посчитать количество этих символов, кстати, там будет такой пример. Вот, ну, просто для понимания. То есть можно делать, тут, значит, пример о чем еще говорит? О том, что можно делать как бы вложенные бэги. Вот, что, в общем-то, удобно и полезно. Так. А, ну и вот, кстати, собственно, команда Illustrate, которая для того же примера, если мы захотим это проиллюстрировать, она, в общем-то, наглядно показывает, как бы, что у нас было и что, соответственно, получилось. То есть отдельные поля, точнее, название бэга, и отдельные поля, и каким, и из чего они, соответственно, состоят. То есть это поле просто char-array, вот, а это уже поле является бэгом, который состоит, соответственно, из набора тюплов, и каждый тюпл, собственно, состоит из одного элемента, который, в свою очередь, является char-array. Так, ну, думаю, это понятно. Количество данных. Да, ну, то есть в питоне тюпл он не фиксирован. Ну, здесь тоже, здесь, ну, как бы, конечно, скажем так, нет, количество здесь не может меняться, потому что мы задаем обычно схему самого этого тюпла. Там могут отсутствовать, например, данные какие-то. Вот. То есть, наверное, несколько все-таки семантика с питоновским другая. То есть тут я бы больше рассматривал это именно как вот некая строка в базе данных. Так, и, значит, ну, собственно, это тот же пример, просто показывает, в общем-то, так, что можно делать вложенные бэги. То есть у нас может быть вложенный бэг внутренний и внешний бэг. И на самом деле, ну, то есть это удобно использовать, можно там строить какие-то иерархические модели данных, структуры, что бывает полезно. Так, понятно. Что еще хочется отметить в один из тех операторов? Значит, оператор for each. Даже без него, да? Как бы потому что нужно нам каким-то образом, например, мы хотим проходить по нашим данным и что-то с ними делать. Вот. Ну, в частности, здесь используется такая комбинация, как for each generate. То есть в качестве, опять же, аргументов мы используем имя бэга, по которому мы будем проходить, и generate указываем как бы некие
Данные, то есть, так, в данном случае, сейчас скажу, ну, в данном случае это будет имя, по-моему, поля. Да, то есть мы итерируемся по каждому элементу от самого бэга, то есть, по сути, тюплу, и его каким-то образом обрабатываем. В частности, ну, берем, собственно, наш этот файлик, где указаны символы и какое-то число, там обычное количество символов, если оно встречалось. Значит, имеем такой бэг, и когда проходим по, в общем-то, по нему, то, по сути, берем, ну, то есть мы, по сути, как бы используем имя поля, которое здесь задали, это будет второе поле, вот, и просто, грубо говоря, этот новый наш бэк будет состоять только из второй колонки, да, то есть только из полей, которые, вот, то есть из полей и которые присутствуют изначально в файле, ну, то есть каким-то образом можно отфильтровать, например, данные. Вот, это такой самый, наверное, основной пример форыча. А другой, в общем-то, более, наверное, который часто используется, опять же, это и форыч используется с какой-то функцией. То есть, кроме того, что мы там берем какой-то элемент, мы можем, опять же, его использовать в качестве аргумента и применить какую-то функцию. Ну, в частности, естественно, стандартные функции уже какие-то есть, то есть которые считают там, мерджат и так далее. Вот. И самое, в общем-то, основное и как бы самое такое полезное, что может быть для тех людей, которые все-таки какие-то нестандартные делают, не какой-то нестандартный анализ данных, или у них какие-то нестандартные сами данные по своей структуре, вот, это возможность использовать user-defined functions. В общем-то, их можно писать на основных языках, то есть на Java, Python, JavaScript, Ruby, даже Groovy. На JavaScript, кстати, не знаю, но говорят, можно. А, вот, собственно, тут можно применить то, что какое-то нестандартное решение. Собственно, значит, как это используется? Ну, тут мы взяли стандартную функцию, естественно. Все то же самое, загружаем наш, ну только единственное, здесь берем просто, вот пример, собственно, с группировкой, кстати. О, значит, мы взяли наш файлик с символами, сгруппировали, опять же, его по символам, получили наш новый бэк с вложенным бэком, да, затем мы проходимся, в общем-то, то есть берем в качестве аргумента, в качестве бэка, по которому идем, наш новый получившийся бэк, по нему, значит, проходимся, берем, собственно, берем от него поле группа, которое просто идет в output, вот, и берем другое поле chars и применяем его в качестве аргумента для функции count. Да, собственно, то есть вот это поле, которое у нас есть, которое само по себе является бэгом, у нас идет на функцию count, которая там внутри, видимо, опять же по нему итерируется, и возвращает число. То есть мы считаем количество тюплов, которые как бы есть вот в этом бэге. Соответственно, мы опять же это преобразуем в то, что у нас появляется новый бэг, который будет состоять, в общем-то, из других, из двух полей, которые, собственно, одна символ char, а другое будет число, то есть то число раз, которое этот символ встретился вот именно здесь уже. Ну а в итоге, естественно, в самом тексте. Вопросы? Понятно, отлично. Так, следующая функция, которую тоже стоит рассмотреть, функция tokenize, да, тут мы как бы не будем рассматривать, естественно, все функции, которые есть, потому что там их довольно много, смысла в этом нету. Опять же, если когда будете использовать, всегда можно посмотреть в документации.
Просто вот в качестве, опять же, примеров основные какие есть и как их можно использовать. То есть часто, опять же, используется какая-то, вернее, нужна функция для того, чтобы разбить строку на какие-то токены. Да? Вот. А по умолчанию используется tab. Вот, можно задавать, опять же, свои какие-то, то есть либо там пробел, либо кавычки, запятую, скобочки. А, собственно, как это, значит, мы можем использовать? Берем другой файлик с текстом. Опять же, сначала загружаем его просто в бэк. Ну, под загружаем я имею в виду, что не прямо берем, да, и загружаем. Это просто как бы некое описание того, как мы будем работать изначально, то есть с этим файлом. Вот, соответственно, это будет у нас одно поле lines вида char array, то есть строка в терминах PIGA. И мы хотим с каждой строки, соответственно, взять слова. Поэтому, опять же, проходимся по каждому тюплу, в общем-то, и применяем для polyline функцию tokenize. По умолчанию мы бьем по пробелам, поэтому у нас получается, в общем-то, такая штука. Да? То есть новый бэк, который состоит из вложенных бэгов, которые каждый состоит, собственно, из тюплов, и который является словом. То есть мы как бы с ними уже можем потом отдельно работать. Ну да, то есть как вот, если мы запустим команду describe, в общем-то, нам это и покажет, что у нас есть один бэк, есть второй бэк, а в нем уже, соответственно, эти кортежи. Так, и еще, вот, в частности, полезный оператор, называемый flatten, он как бы преобразует некую, ну, скажем так, более сложную структуру данных, вложенную в более плоскую, то есть как-то так вот распрямляет все это. Тут стоит отметить, да, что flatten — это не функция, а именно оператор. Вот. Поэтому, кстати, мы здесь можем писать маленькими буквами. И, значит, что он нам позволяет сделать? Опять же, пример. Результат примера с предыдущего слайда. Значит, у нас как будто есть такая сложная вложенная структура. И применяя, пройдясь, точнее, по ней, итерируясь, мы можем, применяя оператор flatten, кстати, на float мы передаем, собственно, элемент с доступом по индексу. Стоит обратить внимание. Вот. И в итоге у нас получается вот такая простая как бы структура данных, которая, по сути, состоит из кортежей из одного элемента. То есть бывает полезно, чем вот иметь как бы такую вложенную схему. Так, ну и вот такой более наш Hello World пример, да, который много не используется, word count на piglatin. Значит, быстренько пробежимся, что он тут делает. Ну, все помнят, что это такое, да, у нас как бы есть текст, мы его сплитим по словам, хотим посчитать, сколько раз каждое слово встретилось либо в некой коллекции документов. Соответственно, грузим. Это, кстати, пример я взял из Википедии. Я счел. Грузим, как, вернее, загружаем весь поток наших данных с текстом, который у нас есть. Также, значит, построчно. Дальше экстрактим, собственно, используя, опять же, generate flight, ну, такая как бы уже более сложная конструкция для того, чтобы, то есть мы сначала выдираем как бы слова из слово, вот, и генерим плоскую структуру данных.
которые, ну, то есть получаем новый бэк. Затем, кстати, вот еще я, по-моему, не говорил, можно использовать оператор фильтр и matches, который позволяет, опять же, отфильтровать как бы только то, что нам нужно. То есть тут, применяя регулярное выражение, можем выбрать, ну, в первом приближении только те слова, которые являются словами. А дальше, подавая на вход уже отфильтрованные данные, мы их, соответственно, группируем по слову, получаем новый бэк с сгруппированными словами. Да? Вот. И тут, опять же, уже по нему итерируясь, применяя функцию count, получаем, значит, первое поле у нас будет, соответственно, количество раз, сколько раз это слово встретилось. Вот. Второе поле будет у нас, собственно, самим словом. Кроме всего этого прочего, можно применить, опять же, оператор order, order by, ну, понятно, да, order by, там, desk, который отсортирует по какому-то полю, ну, в частности, по count, то есть мы хотим взять наиболее частотные слова. И вот только здесь, когда мы запустим, собственно, store, у нас начнется процесс выполнения всего этого хозяйства. То есть, скорее всего, опять же, все это сгенерится в некий MapReduce код, который затем запустится, ну, если мы работаем на кластере. Будет какое-то время работать. Ну, в общем-то, если убрать отсюда комментарии, то, в принципе, получается не так много строчек кода, и в целом все достаточно наглядно и просто, да, то есть тут как бы не надо там обладать какими-то, опять же, знаниями программирования на Java. Это не SQL, конечно, и тут, опять же, мы не пишем запросы, но зато здесь можно удобно данные обрабатывать именно последовательно, то есть что-то сначала взяли, что-то отфильтровали, что-то сгруппировали, как-то там распределили, и в итоге получили результат. То есть весь процесс обработки можно разбить, опять же, на шаги и выполнять шаг за шагом, что достаточно наглядно и, на мой взгляд, удобно. Так, еще стоит заметить, что так, ну, сейчас немножко, давайте, что есть еще, кроме, собственно, тех операций, о которых говорили, естественно, мы хотим наши данные джойнить. Ну, часто бывает, что у нас есть как бы различные наборы данных, мы хотим их как-то объединить, обычно по некому ключу. Собственно, PIC поддерживает стандартные inner, там, outer, full join, которые все, наверное, знают, что это такое, учитывая, что был курс у вас по базам данных. Вот. Ну, соответственно, сейчас быстренько покажу, как, в общем-то, это можно сделать. Опять же, если помните, джойны делать, там, используя MapReduce, не так просто. То есть не очень, может быть, даже наглядно. Тут, в общем-то, все, используя те же операторы, можно сделать. То есть по умолчанию используется inner join. Соответственно, объединяются только те строки, у которых, ну, даже не строки, ну, строки я говорю, потому что как бы это текстовые файлы, у которых ключи совпадают из двух множеств. Вот, соответственно, те, которые не совпадают, в результат не попадают. Значит, наглядный пример, как это может быть. Значит, пишем скриптик, который, первое, создает бэк, грузит данные, где есть посты пользователей. То есть, соответственно, ну, кстати, пример использования peak storage с разделителем запятой, да? То есть, значит, первое поле у нас будет, это, собственно, сам пользователь, строка. Второе, его пост, строка. И третье поле date, это, по-моему, timestamp, то есть это будет, соответственно, число.
Второй файлик, который у нас есть, загружаем в backed номер 2. Соответственно, он состоит, опять же, из пользователя, количество лайков, например, которые пользователь получил. Вот. И, в общем-то, так. Ну и тоже, кстати, не знаю, некий таймстемп. Значит, по умолчанию используется inner join, то есть мы определяем, опять же, третий tuple user, ой, не tuple, back user info, который joinит, соответственно, back post по полю user. Вот, и опять же блок, вернее, back likes по полю user. Соответственно, в итоге, когда мы получаем результат, вот что у нас было. Значит, один файлик, пользователь, там какой-то блок, там текст, неважно, таймстемп. Вот здесь, соответственно, количество лайков. И в итоге, значит, мы джойним по полю user и берем только те, соответственно, записи объединяем с двух сетов, где это поле встречалось. Соответственно, поле, вернее, вот эти строки, где user 5, которого здесь нет, они не попадают. User 3, которого нет здесь. Вот. А в итоге мы получаем, значит, объединенный кортеж из всех полей обоих множеств. А, еще, кстати, вот что стоит отметить. Интересно заметить, да, по структуре данных, что у нас получается. То есть изначально что у нас было, ну, понятно, это мы сами определили. А в итоговый этот бэк получается следующим образом. То есть стоит отметить, что имя полей будет формироваться, как бы сначала будет имя того бэка, откуда оно взято, соответственно, и имя самого поля. Ну, чтобы можно было их как-то различить. И также, опять же, можно использовать outer join, то есть этот тот join, который, в общем, ну, то есть, если мы джойним что-то с чем-то, соответственно, если ключи из первого множества были не найдены во втором, они там тоже добавляются в результат. Соответственно, стандартный это left outer join, right outer join и full outer join. В общем-то, наглядная картинка показывает, что у нас будет в результате. Все то же самое, по сути, просто мы в качестве оператора используем, опять же, left outer, right outer и full outer. В итоге, используя те же самые два множества данных, например, joinить их по left join, то есть хотим получить только пересечение ключей из таблицы с постами, мы получим, соответственно, такой результат. То есть у нас тут по сравнению с inner join добавится еще одна строка user 5, который был, в общем-то, в файлике с постами, да? Потому что он как бы есть здесь, но здесь его нету. Но так у нас left join, соответственно, мы берем его оттуда. Вот, и тут стоит отметить, что, соответственно, так как он не джойнился, то эти элементы пустые. Так, значит, hive. Что по-английски означает hive? Улей. Правильно. Вот такой улей слонов. Да. Ребята с юмором. Собственно, несколько другое решение, которое позволяет решать похожие задачи, что и на пиге, но такое может быть, даже не знаю, по сути, решает задачу называемого data warehousing, да, то есть это некая система, которая собирает там и хранит данные с различных каких-то источников и предоставляет, опять же, доступ и возможности клиентам для выполнения какого-то анализа.
Вот. Система эти строится по-разному, опять же, используя там реляционные SUBD и так далее. Вот. Ну вот Hive, он позволяет, позволяет как бы построить некую такую систему, используя Hive на основе, собственно, того же Hadoop, то есть для работы с большим объемом данных. Ключевое отличие в том, что он предоставляет некий SQL-подобный язык, который называется Hive Query Language, QL. Опять же, сделан для того, чтобы как можно меньше был порог вхождения для тех, кто уже знаком с SQL. То есть, в основном, это, опять же, ориентир идет на тех людей, которые каким-то образом работают с анализом данных. И изначально, там, параллельно, в общем-то, в то же время он был разработан в компании Facebook, которая тоже является одним из таких из крупнейших пользователей Hadoop в той или иной степени, различных его компонент. Вот. Ну и сейчас, опять же, также открытый проект Apache, можно скачать, там, поставить, ну и также и поставляется во всех основных дистрибутивах. Вот. Значит, что он дает? То есть есть возможность, опять же, каким-то образом структурировать различные форматы данных, которые нам поступают, например, от различных источников данных, что удобно. Используя HiveQL, простой, в общем-то, интерфейс для выполнения каких-то запросов специфичных для нас, там, анализа, обобщения, группировки данных. Вот. И также он предоставляет доступ к данным из, опять же, из HDFS, из HBase, либо еще там из других источников, что может быть довольно удобно в какой-то гетерогенной среде, где у нас там различное окружение. Также Hive — это не про, собственно, low latency, то есть это не real-time запросы, несмотря на SQL-подобный синтаксис. Не нужно его рассматривать как какую-то базу данных. Поэтому, в общем-то, опять же, не нужно, скорее всего, его использовать для небольших объемов данных, потому что это также займет довольно длительное время, потому что преобразуется в некие, ну, то есть, об этом сейчас чуть попозже, как он работает. Но с другой стороны, изначально он как бы разработан с учетом масштабируемости, вот, и его, в общем-то, довольно легко использовать, что может быть полезно в рамках как большой, так, может быть, не очень компании. Значит, основная схема, из чего она состоит, также есть, в общем, тот язык, есть как бы некий транслятор того, что написано на этом языке в серии MapReduce задач, вот, которые, ну, то есть все эта трансляция выполняется, опять же, на машине клиента, и затем все это дело отправляется на наш кластер Hadoop, там оно выполняется. Периодически мы там получаем какие-то отчеты о том, что все прошло. То есть, вот, собственно, сам Hive это отслеживает, что все работает. Вот. Ну и обратно потом возвращает результаты пользователю. Значит, основной момент, который стоит отметить, то, что чтобы иметь некую, ну, точнее, поддерживать как бы некую схему данных, вот, еще и их можно партиционировать, то есть распределять по нескольким, так называемым, тоже таблицам. По сути, сам Hive хранит всю вот эту метаинформацию в реляционной базе данных. Ну, так как это информация это не много, то есть, в общем-то, все это можно хранить в обычной базе. По умолчанию поставляется вот с некой такой базой данных Derby. Вот она как бы встроена в сам Hive. Работает, но забегая вперед, как бы скажу, что если есть возможность, можно сразу хранить все в MySQL, мне кажется, это как бы лучше.
Соответственно, ну, опять же, для там, того, чтобы что-то попробовать пописать, Derby вполне подходит. И, в общем-то, можно использовать. Стоит отметить, что все данные хранятся в отдельной директории MetStoreDB. Вот, и она создается, в общем-то, в той директории, откуда запускается сам Hive. А, еще, кстати, да, один важный момент, что сама, собственно, схема данных не разделяется между различными пользователями, потому что у них будет, собственно, у каждого пользователя будет отдельный инстанс этого самого Derby. То есть там он не шарится между ними. Вот. И, собственно, сама такая архитектура, из чего он состоит, это некий интерфейс, точнее, различные интерфейсы, которые есть. Это, ну, в частности, Command Line интерфейс и GDBC. То есть, если мы используем из Java-программы, используя GDBC, можно работать с Hive. Есть еще ряд других интерфейсов. Можно, кстати, через Swift работать с ним. То есть для этого подняв там отдельный сервер. Соответственно, интерфейсы сами взаимодействуют, собственно, с Megastore для получения метаинформации, структуры данных. И после этого, значит, у нас, когда мы сформировали запрос, запускается, собственно, точнее, в самом Hive мы парсим запрос, определяем план его выполнения, также генерим задачи, и, в общем-то, все это отправляется на кластер Hadoop, который у нас есть. То есть схема похожая на самом деле, вот, но несколько отличается. Значит, основные три варианта интерфейса, которые есть, это, естественно, тот же command line, который будем рассматривать. Вот, в отличие от Pig, кстати, Hive еще предоставляет веб-интерфейс. Вот, об этом можно почитать по этой ссылочке. Ну, тоже может быть удобно, кстати, для пользователей. Вот. Ну и JDBC. Также сама идея позаимствована, в общем-то, из реляционных баз данных. То есть тут единственное, такие уже более как бы понятия нам привычные. То есть есть, собственно, база данных, которая состоит из некого набора таблиц. В общем-то, в каждой таблице есть уже колонки и строки. Вот. Соответственно, каждая колонка имеет какое-то значение и тип. Все похоже. Вот. Собственно, вот эту всю структуру, вся эта структура и хранится в Megastore. Так, пример, чтобы понятно было, как работать. Самый простой пример. Создать таблицу, загрузить туда какие-то данные, сделать запрос к таблице, ну и потом удалить таблицу. Значит, первое. Создание таблицы. Берем файлик с постами юзеров, например, и выполняем, вернее, запускаем Hive, собственно, командой из консоли. Также, собственно, с префиксом восклицательного знака здесь можно использовать системные команды для того, чтобы посмотреть, например, файлик. Тут у нас маленький, поэтому все хорошо. Затем мы хотим создать таблицу. Соответственно, для этого используется, в общем-то, уже язык HiveQL, который, значит, что делает, собственно. Ну, все очень похоже, как в SQL, поэтому тут как раз-таки все должно быть понятно и очевидно. Создаем таблицу постов, определяем, опять же, поля, которые в нем будут, задаем им типы, уже так, нормальные типы, там, string, string, begin. Соответственно, в таблице будет три колонки. Вот, определяем, каким образом у нас, значит, разделяются данные. Вот, и говорим, что будем хранить ее именно в виде текстового файла. То есть разделяются именно, как мы будем парсить данные, когда мы будем загружать эти данные. Вот, а stored — это говорит о том, как мы будем хранить. Команда showTables также показывает просто все таблицы, которые у нас есть. Таблица создана. Команда describe, собственно, показывает структуру таблицы. Все понятно, все очевидно. Все привычно. Загрузка данных. Значит, тут используется, опять же, HiveQL, load data.
указываем, что мы будем использовать локальный входной каталог, ну, в частности, не каталог, а файл, откуда мы его берем. Вот. И если у нас данные уже были в этой таблице, то они перезапишутся. Опять же, тут стоит учитывать, что здесь как бы они не сразу куда-то все грузятся в какую-то там таблицу, как это в базе данных, да, это мы просто определяем, как это как будто бы грузилось. Точнее, как это будет работать, когда мы это все запустим. Вот. Соответственно, так. А, ну единственное, вот когда мы, по-моему, локально, оно как бы сразу загружается. Загружается? Да, да. Вот. И, значит, можем посмотреть, то есть так как мы это храним именно в качестве обычного текстового файлика, там, например, соответственно, мы, выйдя в консоль, можем в качестве... Ну да, кстати, тут оно... Значит, мы можем посмотреть, собственно, те посты, вернее, ту структуру, вернее, те данные в таблице, которые мы загрузили, собственно, уже в то, как оно лежит в HDFS. Вот. По умолчанию оно все хранится в каталоге User Hive Warehouse, можно его переопределить, как нам удобнее. Так, ну и, например, хотим посчитать там, количество записей в этой таблице. Самый простой запрос. Выполняем, в общем-то, стандартный там select count, здесь единичка from posts, то есть из таблички постов. Запускается MapReduce задача. Соответственно, ну, в общем-то, тут стандартный лог, который, значит, задача, после того, как задача вся отработала, как бы стоит отметить, что там один маппер, один редюсер. После того, как она отработала, на выходе нам по умолчанию, опять же, в output пишется то количество, которое мы насчитали. То есть обычный запрос преобразуется, опять же, в одну MapReduce задачу. Так, соответственно, другие примеры, которые могут быть, например, мы хотим выбрать какую-нибудь определенную, вернее, записи для определенного пользователя, там, user 2. То есть все, в общем-то, стандартный SQL такой похожий, где select звездочка from таблица, где поле равно какому-то значению. Вот. Тоже все это запускается, отрабатывается. Значит, мы получили вот запись для нашего запроса. Вот. Соответственно, кроме там, можно различные операторы сравнения использовать, там фильтр по таймстемпу. Также стоит отметить, что, например, мы можем писать тот же лимит, да, то есть определять количество записей, которые мы хотим вывести. Все это преобразуется, опять же, в отдельную MapReduce задачу, которая отрабатывает и по умолчанию, опять же, нам пишет в output результат. То есть вот две записи получили. Так, ну и, собственно, удаление таблицы производится стандартным таким способом, то есть просто drop table. Все, и после того, как, значит, таблицу удалили, в каталоге ничего больше нет. Так, что будет в том случае, если мы попытаемся загрузить данные, которые не соответствуют как бы той схеме, которая у нас есть? Например, у нас в какой-то строке указано там, не timestamp, а, например, дата. Да? Вот. Мы определили, что это поле оно должно быть long. Соответственно, когда мы попытаемся все это загрузить, ну вот в частности, даже не long, а begint у нас, то когда мы это попытаемся загрузить в нашу таблицу, то стоит отметить, что для данного пользователя у нас будет в колонке с таймстемпом стоять null, потому что Hive не сможет, то есть не знает, как преобразовать дату в таймстемп. Так, ну и, значит, еще из того, что полезно в Hive, это, собственно, тоже есть джойны.
Также поддерживаются inner join и outer join, которые стандартные операции объединения множеств. Вот. Можно объединять, опять же, не только две таблицы, можно объединять несколько таблиц, что тоже может быть удобно и полезно. И, значит, также по умолчанию используется inner join. Значит, как он работает? Ну вот, будем считать, что у нас уже есть одна загруженная таблица с постами. Собственно, примеры из тех, которые использовали в пиге. Есть вторая таблица с загруженными лайками. Да? Вот. Мы хотим их объединить. Так. То есть мы хотим понять, сколько... Да, сколько лайков, каким постам, какой пользователь поставил. Соответственно, мы хотим сджойнить посты, по-моему, и лайки сейчас. Да, то есть мы также джойним, соответственно, два этих множества по полю user. И, значит, получаем следующие вещи. То есть, во-первых, мы сначала создаем таблицу post-likes с тремя полями, да, где у нас будет пользователь, собственно, сам пост и количество лайков от этого пользователя. А дальше мы вставляем, собственно, вернее, вставляем как бы данные, то есть хотим добавить данные в эту таблицу, для этого мы пишем такой запрос. Собственно, используем там обычный insert. Для этого, опять же, override table, то есть перезаписываем данные в таблицу. Но данные мы берем, собственно, из нашего join. А join мы записываем следующим образом. Собственно, берем из таблицы post. Кстати, можно писать алиасы, так же, как в SQL для сокращения, например, имени для таблицы, что удобно. И joinим, соответственно, поле по полю like в том случае, то есть для и определяем, собственно, условия, по которому джойним, это чтобы имя, чтобы значение полей в двух таблицах совпадало. Вот. И в итоге, значит, что мы получаем? То есть мы получаем, значит, нашу таблицу с тремя пользователями, так как это inner join, то сюда попадают только те записи, которые были, то есть которые были только там и там. Значит, для вот user 1 у нас, да, получается, соответственно, объединенные, ну да, все объединенные данные. Вот. То есть, по сути, та же операция, что мы делали на пиге, но тут она, скажем так, больше похожа, как это люди привыкли делать на SQL. Вот. Единственное, то, что, ну, опять же, если данных много, то это, конечно, займет какое-то время, пока все это сджойнится. И не настолько моментально, как, например, там, или быстро, как это может быть в обычной базе данных. Но понятно, что тут все это происходит через MapReduce проходит, поэтому занимает время. Соответственно, для того, чтобы использовать outer join, также мы, в общем-то, можем использовать ту же схему, но, например, для выбора данных, для их join, мы используем те же, собственно, операторы left outer join. Тут тоже одна ошибка в картинке. Вот. Ну, тут как бы понятно, да, что мы вот так вот хотим. В общем-то, синтаксис везде похож. Соответственно, ну не знаю, тут как кому нравится, то есть кому-то нравится больше SQL. Вот. Но опять же, тут стоит отметить, что HiveQL, он является декларативным языком, в отличие от PIG. То есть, на мой взгляд, на PIG можно какие-то более сложные вещи делать. Ну и, соответственно, вот опять же пример word count, который можно записать на Hive. Собственно, тут
сам, в общем-то, word count он вот. То есть мы сначала создаем табличку, загружаем туда данные из наших документов. Собственно, там, например, из каталога или из файлика. И дальше создаем табличку word counts, куда добавляем, в общем-то, значит, два поля, то есть будет слово, count. И тут самый, собственно, момент, который, в общем-то, самое основное происходит вот здесь, где мы, используя, опять же, встроенные команды HiveQL, можем, значит, посплитить по некому разделителю нашу строку на слова, соответственно, разбить ее, взять отдельные слова, вот, и сгруппировав и посчитав количество, также можно отсортировать там либо по слову, либо по, опять же, по количеству, по аккаунту. Вот. И в итоге на выход мы получим, ну, почти то же самое, ну, скорее всего, то же самое, что и используя пик. То есть, как бы, в данном случае здесь получается более компактная запись, более наглядная, скорее всего, вот, особенно для тех, кто работал с SQL. По скорости, не знаю, я, честно говоря, особо не сравнивал на одинаковых примерах, что будет быстрее работать. Думаю, это примерно все одинаково. Значит, основное, вот, я бы советовал, собственно, про пик и про хайв почитать в книжечке про слона. Вот, там в довольно сжатом виде есть две главы, которые, в общем-то, все основные вещи описывают. В принципе, все, что там нужно, как бы там есть. Вот. Ну, за более подробной информацией есть там отдельные книжки, там много всякой информации, да, дополнительной, потому что, естественно, как бы тут мы поговорили только об основных вещах, там, в частности, как встраиваться там в пик или в хайв, как это все делать, это там все описано. Вот. И, опять же, если потребуется либо официальная документация, ну, либо есть отдельные книжки. Вот. Поэтому, наверное, про хайв-пик сейчас все.